Денис Бойко сьогодні не пропустив жодного м'яча і кілька разів рятував свою команду. Денисе, от останні кілька матчів дуже складно для вас складуються. Ви не можете впевнено здобути перемогу. Це рівень чемпіонату настільки зростає, чи Дніпро поки що так важко входить в сезон? Ну, во-первых, это начало чемпионата. Сыграли только 5 туров, я считаю. Все команды хорошо подготовились на сборах, наверное, прошли хорошую подготовку, поэтому уровень подготовки приблизительно одинаковый. Поэтому с каждой командой интересно, хорошо и сложно играть. Сьогодні Говерла створила багато моментів біля ваших воріт. Як вам взагалі Говерла, яка всім грандам дає бій? Я повторюсь уже, я перед ігрою теж давав інтерв'ю, говорив, що дуже хороша організована команда, яка грає в футбол і дає грати супернику в футбол. Сьогодні це вони, я думаю, продемонстрували, хорошо грали, багато атакували, створювали моменти, тому... Опять же, все команды сейчас, я думаю, приблизительно находятся на одинаковом уровне после подготовки. Поэтому очень хорошая игра, очень добротная команда. Вы уже сыграли 5 туров за Днепро. Какие-то уже результаты по своей игре можете сказать, подсумки? Вам хотелось бы тут залишити ще? Ну, это не мне оценивать, оценивать тренерам, болельщикам. Я только делаю выводы после игры, по своей игре, просматриваю, делаю какие-то выводы и... двигаюсь дальше. Все остальное – это уже выводы делать тренерам, руководству и всем остальным. Дякую. Це був Денис Бойко, голкіпер Дніпра.